Я мог бы замкнуться в своей скорлупе и считать себя царем бесконечного пространства, если бы мне не снились дурные сны. Эти слова прозвучали 4 столетия назад. Мы начали проникать в бесконечный космос, замыкаясь в скорлупках наших космических кораблей. I can sense them coming across the midnight space and read the cryptic circuitry of their ship. Могу ощутить структуру их корабля, расшифровать страхи в сердцах троих членов его экипажа. Но это в моих привычках. Они уже совсем рядом. Я знаю их имена. Я чувствую их боль. Карн, Мэтлок, Кинцо. Лишь двое из них вернутся. Кошмары всегда остаются с нами. И снова кошмары становятся реальностью. Кенцо Юджи. Головоломка. 9.12 до полудня. 17 июня 2019 года. Зевс-19 потерпел аварию в 2 километрах от базы Вита. Приводной маяк базы не работал, и мы попали в песчаную бурю. При посадке возник пожар. Экипаж аварийно покинул борт. Были вынуждены бросить все снаряжение. Головоломка. Диана Мэтлок, отдел бактериологии земного управления, 9.12 утра, 17 июня 2019 года. Выясняем причину длительного радиомолчания базы Вита на Марсе. Попытка войти через второй шлюз не удалась. Дверь заклинена изнутри. Я вошла в третий шлюз на исходе воздушного запаса. Никто не встречал нас. В целях выполнения второй директивы мы входили на базу через разные шлюзы. Нас предупредили, здесь выживают поодиночке. Мы следуем этому принципу. Продолжаю движение. Конец записи. Головоломка. Мартин Карн. Отдел безопасности земного управления. 9.12 утра, 17 июня 2019 года. Основная задача – выяснение причины длительного радиомолчания базы Вита. Я сейчас внутри базы. Тишина. Миссия едва не закончилась, не начавшись. В пылевой буре Кенцо пришлось пилотировать вслепую. Мы упали невдалеке от базы. Полагаю, что Кенцо вошел во второй шлюз. Данными о Мэтлок не располагаю. С момента выхода не слышал никого из них. Мы вошли в разные шлюзы. Согласно второй директиве, здесь выживают поодиночке. Что бы это ни значило. Я проверил шкафы со скафандрами. Они все с пустыми баллонами. Выхода нет. Конец сообщения. Я предпочитаю дышать кислородом. Внутрипланетное радио. Моя счастливая серебряная пуля. Интересно, есть ли на Марсе вервольфы? Эта штука показывает не только время. Письмо кому-то. Обертка от конфеты. Загородный домик. Пожалуй, облизывать шоколад не буду. Письмо. Там смертельная атмосфера. Правило номер 1. Свяжись со своими напарниками.
Я говорил другим по дороге. Воздуха почти не осталось. На поверку оказалось не такой свежий. Подсказки к видеоиграм. Нам ни к чему. Карн просил связаться с ним перед тем, как мы соберемся покидать шлюзовую камеру. К счастью, я предпочитаю ретро. Одна контактная линза, другая куда-то подевалась. Без нее я вижу лучше. После месяцев в космосе осталась только одна штучка. Карн любит, когда все делают по правилам. Он мне голову оторвет, если я сначала не свяжусь с другими. Мэтлок в воздушном шлюзе, и я произвела дезинфекцию третьей зоны. Эй! Это Кинцо, у меня все в порядке. Карн, ты меня слышишь? Слышу тебя. Теперь постараемся выяснить, почему база Вита молчала целых 10 месяцев. Будьте готовы ко всему. Мэтлок, Кинцо, двигаемся дальше. Да, босс. Хорошо, Карл. Заходим в базу. Вот что, наверное, чувствует таракан, когда его опрыскивают дихлофосом. Дезинфекция завершена. Дверь неисправна. Требуется ручное вмешательство. Что с этой дверью? Эй, вытащите меня отсюда! Дверь должна иметь управление с местного компьютера. Постараюсь тебя вытащить. С этой дезинфекцией что-то не так. Очень сильно не так. Жители базы называли коридоры именами известных улиц. Это, наверное, Мэдисон Авеню. Есть кто? Есть кто живой? Или мертвый? Мертвые могут не отвечать. Эй, если бы тут кто-нибудь был жив, он не оставил бы трупы валяться в коридоре. Антонио Феллици? Я все еще слышу стрельбу. Ему не
управления не следовало завозить сюда это оружие. Если это кто-то услышит, передайте Эллингу, что я подал в отставку. Я передал главный ключ Джудит, ей экипаж доверяет больше. Они считают, что я в кармане у Эллинга. Что ж, они не так уж и не правы. За полсекунды до закрытия системы Юрий передал сообщение. Он сказал, выжить поодиночке. Даже если он прав, надолго ли? На час от силы. Конец уже близко. Тамбуры заперты. Взлетная палуба заблокирована. Выхода нет. Я вернусь в свою комнату и забудусь там. Рано или поздно они за мной придут, и все кончится. Если кто-то это услышит, передайте жене, что я сохранил веру. Она знает, что это значит. Не обо всем говорят вслух. Можете называть меня техногенным хиппи. По крайней мере, меня так раньше называли. Обратите внимание на этот труп, который летает по всему бульвару Святого Михаила. Я могу говорить с ним у себя в голове, разумеется. Итак, мы имеем типичный случай оживления, телепатии и левитации. Это абсолютно невероятно. Охотиться? Нашел что-нибудь, Кинцо? Ну да, ключи для дверей сделаны. Видимо, подруга жизни директора базы. Требуется голосовой пароль. Доступ к компьютеру открыт. Это Харли. Эвакуация опоздала. Я не знаю, получите ли вы это. Коммуникации рассыпаются. Мы открыли его по вашему приказу. Это был ящик Пандоры. Все зло Марса вышло на свободу. Пандора нашла в своем ящике надежду. Я не жду от холодного Марса никакой надежды. Слепающиеся люди. Время в камнях. Марс стоило бы объявить в карантин, но я знаю, что вы этого не сделаете. Если вы пошлете пилотируемый корабль, предупредите экипаж. Выжить можно только поодиночке. И еще... Передача директора проекта Хэруэя прервана. Связь за пределы планеты невозможна. В последней передаче содержался пароль «Пандора». Ты выбрался, Карн, но дверь третьего дезинфектора заперта. Нам придется найти способ отпереть ее. Твоя дверь открыта, Мэтлок. Скоро тебя увижу. Мэтлок, тут очень опасно. Может быть, тебе следует запереться в сортире, пока все не кончится? Карн, я заперлась в сортире, как ты этого хотел. Шутка. Дезинфекция завершена. Я чувствую, что заражен больше, чем прежде. Слишком сильно для дезинфекции.